Онлайн-конкурс рисунков и стихов о войне «Мы помним» для детей с ограниченными возможностями здоровья завершил свою работу. Наш муниципалитет был одним из наиболее активных участников областного проекта. Среди 63 победителей и 131 призера было немало ребят из Одинцовского городского округа. В номинации «Художественное творчество» лучшим был признан рисунок 8-летней Анны Максимовой, ученицы Одинцовской лингвистической гимназии. Памятные призы и подарки получат все участники конкурса «Мы помним».